Электросамокат или хвост русалки. Российский Дед Мороз из Великого Устюга начал получать письма от детей. Главный новогодний волшебник уже составил топ самых желанных подарков, которые просят чаще всего. В этом году самым популярным подарком стал электросамокат. В прошлом году в каждом втором письме дети просили гироскутеры и квадрокоптеры. Как сказал Дед Мороз, все, что считается модным и новым у взрослых, пользуется спросом и у детей. Другой вопрос, насколько это нужные подарки. Из самых необычных подарков Дед Мороз вспомнил хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет. В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда теплые валенки, а для себя просто курточку.